крупнейший объект сельского туризма. Конкурс гостевых домов, кафе, ресторанов, ремесленных мастерских. Заявки на участие принимают до 30 сентября. Вся подробная информация есть на сайте агентства по туризму. У нас проходит сбор заявок от участников, которые предоставляют анкету, краткую справку о себе и небольшую справку о объекте сельского туризма и краткую анкету, в которой включены качественные и количественные показатели, которые будут на втором этапе оценивать члены конкурсной комиссии. После этого уже в ноябре месяце будут подводиться итоги, по результатам которых будут определены 3 победителя, которые получат денежные призы. Победителей назовут в декабре. Приз за первое место — 5000 рублей, за второе и третье места — 3 и 2000 соответственно.